Теперь я на все ваши просьбы буду отвечать только нет. 24 часа. Кажется, я что-то придумал. Нет? Спасибо, мамочка.
А что ты для себя попросишь? Маша, а вот сейчас самое сложное. Я хочу выпросить новинку. Dead Phoenix. Знаешь, сколько он дорого стоит? Мама мне его вряд ли купит. Ну и что, ты что-то придумал? Но надо попробовать, попытка не пытка. Мама, а ты мне можешь купить Dead Phoenix? Ну, конечно, нет. Как? Ну ты же не можешь оставить подписчиков без обзора на новинку Dead Phoenix. Тима, ты режешь по самому больному. Конечно, нет, не могу я оставить без обзора. Ура, значит, купишь. Ребята, быстрее!